Киберпанк. Там все три карты решались на ножах. Мне кажется, вот это правило старое. Все-таки, кто выбирает карту в BO3? Опа, Фуэми пошел одного, второго. Слушай. Сейчас посмотрим. Опа, патроны закончились. Ну, один Егор остался. Давай! Хайлайт. Охренеть. Это обалдеть, вы видели? Ебать. Охренеть. Он что, эйс дал? Да. Вот тебе Pistol King. Мы только что с ним поговорили, что это Pistol King. А что команда... Подожди, а команда в него стреляла или холостыми стреляла?